Девочки, мальчики, всем огромный привет! Сейчас я вам покажу очень-очень простой салатик, без которого не обходилось ни одно застолье, так как этот салатик любила очень-очень моя дочка. Прямо обожала его, не знаю по какой причине. Ну и сейчас, видите, у меня тут чек лежит, я побежала в магазин за продуктами. И в магазине играла музыка Merry Christmas, Jingle Bells. Короче, я послушала, и у меня такая что-то тоска на меня нахлынула. И я быстренько вспомнила, что она любила такой салат. Ну, я побежала сразу же, взяла эти продукты. И они у меня вышли на вот такую сумму 336,04. То есть у меня здесь ветчина, сыр, майонез и 3 помидорки. Ну и думаю, он у меня всегда был, этот салат, без названия. Ну сейчас я ему точно придумаю название. Называться он будет у меня Наташенька. Так вот, я сейчас готовлю для вас и для себя, ностальгию оставлю, салат Наташенька. Что мне нужно для этого салата? Вот я его готовила всегда так. Количество ингредиентов определяла таким способом. Если у меня 300 грамм ветчины, значит у меня 300 грамм сыра и 300 грамм помидор. Все по 300 грамм. Но иногда я помидор немножко больше клала. И еще, в чем причина? Помидоры же влагу выделяют. И вот когда готовишь на праздничный стол, и их выставляешь, я даже вот салатник достала любимой дочке, и тогда лучше помидоры откинуть на сито, чтобы с них стекла жидкость, чтобы не было лишней влаги в салатнике. А так для себя, и если домашние помидоры, а если домашние помидоры, то в них вообще там жидкости полно, конечно же, обязательно нужно их сцеживать. Ладно, лишние разговоры отставить, как говорится, надо настраиваться на приготовление салата. И сейчас я примерно быстренько почищу все, не примерно, быстренько почищу. Определю, сколько чего я тут ветчину отрежу кусочек, а сыра также оставлю. Он у меня сколько тут? 200... Ой, слепая, 266 грамм. Ветчины у меня 380 грамм. И помидор у меня... Помидор у меня... Что получается? 382 грамма. Ну, примерно одинаково я сделаю. Помидорки, конечно, оставлю, а ветчину обрежу. И буду делать, готовить этот салат. Для него не нужно ни варить ничего, ни жарить. Лишь только резать и все. Больше ничего не надо. Поэтому он очень-очень легкий в приготовлении. Примерно взяла 260 грамм ветчины. Сейчас ее должна порезать соломкой. Почему изощряюсь вот таким образом тут режу? Боюсь, что у меня тут фотоаппарат упадет. Настроила, я последнее время сама снимаю видео. И уже начала потихоньку редактировать, чтобы мужа не отвлекать. И поэтому, как получается, тут настраиваю. Пока вот приспособлюсь, вы уж потерпите как-нибудь. Ветчину я порезала, и вот так сейчас, смотрите, я ее кладу в салатник. Ну, это для подачи на стол, чтобы красиво выглядело. Поэтому я разделяю на 3 кучки, как бы, в салатнике. А вообще его потом в итоге в процессе перемешивать, поэтому... Смотрите сами, как вам больше понравится. Хотите, как я, делайте. Так, от салатник отставила.
Теперь я буду крошить сыр. Ну вот, как я и предполагала. Как я и предполагала, у меня тут все съехало. Опять я понастроила что-то. Сейчас крошу, короче, сыр с соломкой. Ой, дорогие наши подписчики, вы уж меня простите за то, что я так снимаю видео. Ну, не боги горшки обжигали, я в конце концов все равно научусь. Рано или поздно. Хотелось бы, конечно, пораньше. Вот я и сыр порезала соломочкой. Немного его тут взбодрю. И тоже выкладываю в салатник. Зато этот салатик у вас будут видеть все, что тут, какие ингредиенты ваши гости. И мне осталось только лишь порезать помидорки и заправить майонезом. Вот они, мои помидорки. Их я тоже режу соломочкой. Я их помыла, вырезала у них попочки. Все, готово. Осталось только выложить теперь сюда помидорки. И вот и все, салат готов. Салат Наташенька готов. Как я уже говорила, осталось сдобрить его майонезом. Можно майонез вот так вот подать уже и там размешать на столе. И будет очень симпатично и красиво смотреться он. Ну что еще хочу сказать, девочки, мальчики. Поймите, я же только начинаю сама снимать, сама редактировать. В общем, кому это видео покажется длинным, можно посмотреть, как принцип, что нужно порезать, что сложить и самим приготовить. На этом я заканчиваю и жду ваших комментариев, лайков и подписки на наш канал. Всем пока-пока, до новых встреч, всем пока. Вот так выглядит салатик в перемешанном виде. Вот такой он красивый получился. Это послесловие как бы. Муж мне помогает. Я же не умею снимать. И вот. Всем пока-пока. До новых встреч.